Привет, господа, хочется узнать, сколько стоят ваши носки. Может быть, вы носите носки Cervetto от Harris of London за $1500? Или отдаете предпочтение носкам из шерсти Викуни от немецкой компании Felk за $1150? Хотя, возможно, у вас аллергия на шерсть Викуни, и вам приходится носить обычные носки за 300 рублей. В любом случае, какие бы носки вы ни носили, могу вам сказать, что это было плохой инвестицией. Прошаренные волки Soul Street весной 2020 года закупали носки Unisox по цене $41 за штуку. Сейчас такой носочек стоит $67 000, и вчера цена доходила аж почти до 100 тысяч. Так что перестаньте себя винить в том, что не купили биток по 3 тысячи, а вините себя в том, что не купили Unisox по $40. К чему это я? К тому, что рынок NFT сейчас только начинает набирать обороты, он не так перегрет, как DeFi рынок, и 2021 год может стать рынком NFT. Поэтому пока не поздно, рекомендую вам погрузиться в эту тему. Кстати, Unisox — это стандартный ERC-20 токен, а не токен NFT. Но суть это не меняет, его покупали именно как NFT. И раз уж мы здесь собрались по теме носков, давайте напомню, что в ноябре 2020 года я предлагал присмотреться к другим носкам DeFi Sox. Как видно по графику, это тоже оказалось иксовой идеей, так что не забудьте подписаться на мои ресурсы по ссылке под видео. Сейчас у DeFi Sox уже нет ликвидности, но тем не менее, если бы все внимательно читали мой канал в Telegram, то можно было бы зарабатывать. Кстати, только вчера цена была $1600, а сейчас уже 3800. Возможно, люди и докинут ликвидность на волне хайпа, но, на мой взгляд, уже поздно и слишком рискованно сюда заходить. Итог таков, что зарабатывать на NFT можно и нужно. Буду продолжать развивать эту тему. Раз даже такой созданный для фана токен дает такую прибыль, то что говорить о NFT-токенах, созданных известными художниками, или токенах, которые предназначены для огромной публики фанатов, таких как NBA Top Shot. Короче, сайт одностраничник, сказать о нем нечего. Просто это был пример того, как растут в цене подобные токены. Откланиваюсь, всем бай.